Распаковка на хуторе у нас, друзья, прямо сейчас, как говорит наш земляк, товарищ Зубарев. Сейчас, мои друзья, с вами будем распаковывать не что-то там, а новенькую, только что выданную, красивейшую квартиру в ЖК Изумрудный. Хотя он вроде как-то по-другому называется сейчас. Вот, кстати, это домики, где выдают ключи. Здесь это Невский, строится через дорогу. Там продолжение Невского. Что касается ключей, вот ключи. От квартиры, квартира номер 43, в моей руке они находятся, я лично снимал. Квартира выдана нашей соседке с третьего этажа, которая живет в доме у меня. Так, вот наша 43, теперь уже никто ничего не скажет, я лично снимаю. Некоторые вещи я не буду комментировать, тут есть звук. Это однокомнатная, вот здесь. Угу. Чтобы было понятно, да, как совпадает голос. Ну что, по красоте все. Квартира очень большая, как для однокомнатной. Прям вообще супер. Это кухня. Тут спать можно. Уже кухня вот такая была, да? Ну, поставили. Я вчера только пришла. Отлично. Балкон какой. Вон, Невский видно отсюда. Тут я прошу прощения за голос. Простыл не вовремя. Итак, на чем мы остановились? Замечательная квартира, это вид из окна. В этих самых домиках, маленьких, в этих будках, находятся представители застройщика. И зачем они нужны? В квартире есть косячки. Есть косячки, да, где-то там окно, где-то дверь плохо открывается, где-то какая-то трещинка. Опять перерыв. Так, а вот это трехкомнатная квартира. Тоже нам ее открыли посмотреть. Вот наша 43-я. Ну пошли смотреть, как выглядит трехкомнатная квартира. Они там нужны для того, чтобы каждый раз, когда заезжает новый житель, он заходит, инспектирует свою квартиру, смотрит, где чего косанули ребята, спускается, приглашает их. Но они не только ключи выдают, да? Приглашает их, приходит представитель застройщика, житель ему все это показывает, он говорит, все, окей. До момента вашего въезда мы это все исправим. Они договариваются, когда человек будет въезжать. Вот, кстати, еще кадры, как выглядят коридоры, лестницы и как все сделано, да, где лифт и все остальное. Снять, как это все сделалось. Отдельная лестница, отдельная гостовая, отдельно все квартиры. Дверь скрипит, правда. Ну да ладно, новый дом все-таки. Не должна скрипеть. Давайте продолжим. Сейчас мы выходим на улицу этого замечательного подъезда. Что сказать? Конечно, очень приятно находиться в таком месте. Атмосфера такая даже другая. Все новое, все сияет. Деревьев, правда, маловато, но это уже дело времени. Где вон Невский видно. Вот эти домики, где ключи выдают. А вот надпись «Мариуполь». Вот Невский видно на фоне этой надписи. Вот, кстати, больница новая. Я про нее буду отдельно рассказывать. Уже делал ролик. Сделаю еще один. Что говорят товарищи украинцы, да, бывшие? Ну, мариупольцы, ладно, они узнают территорию, поймут, что это Мариуполь. Вот, а в Украине говорят, что это специальная надпись, которую привезли под Питер, поставили там и снимают видео. Знаете, там приглашают блогеров, блогеры приезжают под Питер в эти новостройки, вот, и снимают всякие разные свои истории. Вот настолько хорошо и красиво строят в Мариуполе, что в Украине не могут в это поверить. Всем пока.